В этом году даугавпилсская молодежь снова получит возможность участвовать в программе летнего трудоустройства, организованной молодежным отделом Думы. Подача заявок на работу в летний период будет проходить в несколько этапов и начнется 6 февраля. Как и в прошлом году, приоритет будет отдаваться молодым людям из многодетных семей. В этом году также будет отдельная очередь для подростков из малообеспеченных и малоимущих семей. Таким образом, в возрастной группе от 15 до 19 лет будут 3 очереди с отдельной регистрацией. Этот вопрос мы обсуждали еще в прошлом году. За это время подготовили систему, чтобы регистрация могла происходить без перебоев и вся информация обрабатывалась и отслеживалась должным образом. Таким образом, на этот раз для подростков в группе от 15 до 19 лет будет 3 очереди. Приоритетная для многодетных семей, которая была уже в прошлом году, в ней 170 мест. Для ребят из малообеспеченных и нуждающихся семей отдельно отведено 120 мест. И общая очередь для всех остальных. В общей сложности работой сможем обеспечить 1240 молодых людей. Однако необходимо учитывать, что для приоритетных групп регистрация отдельная, но количество мест ограничено. Это значит, что, скорее всего, будут ребята, которые сразу могут не попасть в списки. Они отправятся в ротационную очередь, и если освободится место, мы их сразу известим. Также необходимо учитывать, что ребята из многодетных семей должны будут предъявить соответствующую карту многодетной семьи, так как мы будем проверять все данные службы гражданства и миграции. Соответственно, ребята из малообеспеченных и нуждающихся семей должны предъявить справку о наличии статуса, которую мы проверим в социальной службе. Для молодежи в возрасте с 15 до 19 лет регистрация начнется в феврале. С 6 до 12 февраля будет проходить регистрация молодых людей из многодетных семей. 13 февраля начнется регистрация для молодых людей из малообеспеченных и малоимущих семей. Она продлится до 19 февраля. Для остальных в этой возрастной группе регистрация начнется 20 февраля и продлится до 26 февраля. Регистрация будет проходить в электронном виде на домашней странице молодежного отдела. Главное условие – молодой человек должен быть задекларирован в Даугавпилсе. Для ребят в возрасте от 13 до 14 лет, которые летом будут работать в своих школах, регистрация начнется 13 марта и продлится до 17 марта. В этой возрастной категории также будет предоставлен приоритет представителям малообеспеченных, малоимущих и многодетных семей. Организаторы подчеркивают, что программу планируется реализовать, даже если к лету не будет снято ограничения, связанные с пандемией. В этом случае работа будет организована соблюдением всех норм безопасности. Похожая ситуация была и прошлым летом, но совсем удалось успешно справиться. Мы понимаем, насколько для молодых людей важен первый опыт работы и тем более заработок, особенно в нынешних условиях, когда многие родители, к сожалению, остались без работы. Поэтому продолжать программу крайне важно. И мы очень стараемся, чтобы оказать эту помощь. Уже договорились с работодателями для 15-19-летних и получили разрешение от школ для ребят из младшей группы. Единственное, пока не ясно, в каких условиях предстоит работать. Сейчас мы ориентируемся на прошлый год и одновременно учитываем ограничения, которые в силе сейчас. Неизвестно, отменят ли их или оставят в силе до мая или даже июня. Нужно будет реагировать по ситуации. Но сейчас точно могу сказать одно. Мы полностью готовы начать работать с 1 июня. Если ограничения сохранятся, мы организуем работу таким образом, чтобы обеспечить ребятам полную безопасность. Будем принимать документы в электронном виде, соблюдать дистанцию, словом, делать все, чтобы ребята могли работать. Дополнительную информацию об участии в программе летнего трудоустройства можно получить в молодежном отделе. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.